На территории муниципального образования городской округ город Нарьян-Мар и муниципального образования городское поселение рабочий поселок Искателей прошло ежегодное профилактическое мероприятие под условным названием «Семья». Сотрудники полиции, представители общественного совета при ОМВД России по Анау, специалисты по делам несовершеннолетних, комплексного центра социальной защиты населения, органов опеки и попечительства посетили семьи, находящиеся в социально опасном положении. Здравствуйте, с полиции. Проверяем по месту жительства семей, состоящих у нас на учете. В рамках мероприятия было проведено 65 проверок по месту жительства лиц, состоящих на профилактическом учете, а это 41 несовершеннолетний и 24 семьи, находящихся в социально опасном положении. Также родителям предлагали помощь в рамках акции «Помоги собраться в школу», организованную комплексным центром социального обслуживания населения и региональным отделением Красного Креста. При выявлении семей, нуждающихся в материальной помощи для подготовки детей к школе, информация будет направлена в органы социальной защиты населения, а эти семьи поставлены на контроль для того, чтобы их дети вовремя приступили к учебе. Как показал рейд, открывать двери нежданным гостям хотели не все. Причины для этого у всех разные – беспорядок дома, гости или просто нежелание показывать частную жизнь. Во время рейда было установлено 2 административных правонарушения за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей. Самая частая причина – это алкогольное опьянение родителей или выявление антисанитарных условий. Это огорчает всегда, потому что детей в семьях прибавляется. Алкоголизм родителей, к сожалению, не всегда исчезает. Принимаются в округе различные меры. У нас через врача-нарколога граждане направляются в реабилитационный центр «Ручей». Это Псковская область под городом Псковом. Они 3 месяца там находятся на реабилитации, потом еще 3 месяца находятся в Санкт-Петербурге в социальной квартире. Это помогает избавиться от алкогольной зависимости, но, к сожалению, видимо, не всем, потому что есть родители, которые реально меняют свою жизнь к лучшему, а есть родители, которые обратно опускаются в эту ситуацию. Но обнаружить факты неисполнения обязанностей по воспитанию детей можно и без визита непосредственно по месту жительства. Например, если дети находятся вне дома после начала комендантского часа без сопровождения взрослых родственников. Так недавно весь город облетела новость о том, что в ночное время была обнаружена 3-летняя девочка, которая бродила по улице без взрослых. История могла бы закончиться трагедией, но патрулирующая улицы группа задержания Росгвардии оказалась в нужном месте в нужное время. Патрулировал по маршруту, продвинулись по улице Рабочей, увидели девочку около 3 лет. Девочка шла в одном памперсе, около 2 ночи было это, в кепочке и в сандаликах каких-то. Ну, у нас посмотрели, взрослых вокруг нету. Остановили ее, спросили, что случилось. Она говорит, пошла к маме. Мама неизвестно где работает. Мы ее взяли, посадили в машину. Сначала она испугалась, побоялась, видать, с нами садиться. Ну, уговорами всякими посадили ее в машину с собой, сообщили дежурному, подъехал наряд ППС. И в то время у нас тоже сработка произошла. ППС подъехал, мы ее передали и сами поехали дальше на сработку. По словам сотрудников Росгвардии, девочка находилась на улице предположительно до 40 минут. Она была искусана комарами. В отношении мамы девочки было вынесено решение о наказании, которое также повергло в шок жителей города. Административный штраф в размере 100 рублей. Общественность негодовала, но комиссия по делам несовершеннолетних действовала в рамках закона. Назначая наказание, комиссия учитывает общественный характер правонарушения, личность нарушителя, его семейное и имущественное положение, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность, и назначает наказание в пределах санкции, указанной статьи. Как я уже сказала, что штрафы хоть и маленькие, но последствия могут быть тяжелыми. То есть это социально опасное положение, и в случае неисправления у нас, конечно же, это лишение родительских прав. В нынешней редакции Кодекса об административных правонарушениях штраф за неисполнение обязанностей по воспитанию детей предусмотрен в размере от 100 до 500 рублей. Однако в начале текущего года Минюст России представил проект нового КОАП, где за аналогичное правонарушение указано наказание в виде предупреждения либо административный штраф в размере от 500 рублей до 3000. Возможно, для кого-то эта сумма станет основанием, чтобы тщательно выполнять родительские обязанности. Чтобы работать с семьей, нужны основания.
Никто не может зайти в любую семью и начать там не работать. Ну, по крайней мере, к вам домой ни у кого нет оснований к вам зайти. Вы можете также не пустить, например. Соответственно, если нет никаких учетов, семья нигде не состоит, не признана, например, в социально опасном положении, ни в трудной жизненной ситуации, ни внутришкольный учет, ни учет в органах полиции и так далее, соответственно, никто с ней не будет работать, пока не возникнут новые обстоятельства. А вот для семей, уже находящихся в социально опасном положении, основанием для чего является не менее 2 протоколов, разрабатывается целый комплекс мероприятий, куда включаются все структуры – полиция, здравоохранение, соцзащита, опека и другие. Их главная задача – сохранить кровную семью. Но, к сожалению, не все хотят менять свою жизнь к лучшему и от помощи отказываются. Однако комиссия по делам несовершеннолетних напоминает, что шанс есть у каждого. Достаточно просто принять помощь, чтобы вернуться к нормальной жизни и воспитывать своих детей в благополучной семье. Екатерина Дементьева, Михаил Веселов, Владислав Ткачев и Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».